Черный. А это траур. Помогите. Я несчастна. А чего? Не понимаю, ну... Вы же здоровы. Хоть это у вас хоть не богатый, но с достатком. Я же получаю всего 23 рубля в месяц. И вычитается у меня в ревизитуру. Но ведь я не ношу траур. Это в теории. А на практике получается так. Я, да мать, да две сестры и братишка. А есть и пить надо? Чаю сахару надо? Табаку надо? Ну вот это вертись. Скоро начнется спектакль. Да, играть будет Заречная. А пьеса сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. Их души сольются. Дать один и тот же художественный образ. А у моей и у вашей души нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Я дома не могу сидеть от тоски. Я хожу каждый день 6 верст сюда, 6 верст обратно. А встречаю лишь один индифферентизм с вашей стороны. Ну это понятно, какая идея охота за человека, у которого есть и пить нечего. Ваша любовь трогает меня, но я не могу ответить вам взаимностью. Не хочется. Душно. Должно быть, скоро будет гроза. А вот вы все говорите о деньгах, философствуете. И по-вашему нет большего несчастья, чем бедность. По-моему, в 1000 раз проще подираться и ходить по лохмотьях, чем... Впрочем, вам не нужно. Да мне, брат, в деревне как-то не того. Понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вот вчера лег в 10, а сегодня с утра проснулся в 9 и с таким чувством... Вот у меня долго спанья мозг к черепу прилип. И сегодня опять после обеда уснул нечаянно. И теперь я весь разбит, ну и испытываю кошмар в конце концов. Слушай, дядя, так тебе тогда нужно жить в городе. Господа! Когда начнется, вас позовут, а сейчас нельзя. Уходите! Уходите, пожалуйста! Марья Ильинична! Марья Ильинична! Марья Ильинична! Будьте так любезны, попросите вашего папашу, чтоб он распорядился отвязать собак. Они всю ночь воют, сестра, а не спит. Поговорите с моим отцом сами, а я не стану. Уволите, пожалуйста. Пойдемте. Как начнется, пришлите. Значит, опять всю ночь будет выть собака? Тот история, ну никогда я в деревне не жил, как хочу. Вот бывало, возьмешь отпуск на 28 дней, думаешь, приедешь, отдохнешь. Но нет, тут же займут тебя всяким вздором, что в тот же день хочется вон, вон. А ведь каждый раз уезжал с деревни с удовольствием. А теперь в отставке. Ну, хочешь не хочешь, живи. На Константин Гаврилович купаться пойду. Хорошо, но минут через 10 будьте точно на местах.
потому что мы начинаем. Слушаю. Вот. Вот тебе театр. Не занавес. А первая кулиса, вот вторая кулиса. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро. Когда взойдет луна, поднимем занавес ровно в половине девятого. Великолепно! Если Заречная это опоздает, то пропадет весь эффект. Да. Из дома не так же трудно выбраться, как из тюрьмы. Слушай, Лидия, у тебя что-то волосы распорочены. И борода. Подстричься. Трагедия всей моей жизни. У меня и в молодости такая наружность была. Я запоем. Женщины меня никогда не любили. А чего сестра не будет? Чего-чего? Скучает, ревнует. Может против меня и против моей пьесы, хотя я и не читаю. Ну вы это мои! Право! Ей! Уже досадно! Что-то это маленькой сцене будет иметь успех не она, а Заречная. Психологически курьез моя мать! Бесспорно, она талантлива, умна, способна летать над книжками, обхватить тебе всего Некрасова. Но попробуй похвались при ней Дузе. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну. Нужно восторгаться необыкновенной игрой Владимирус Камели или Час жизни. Также она суеверна, боится трех свечей, числа 13. У нее в банке вот 10 тысяч. А попроси меня взаймы, она стоит плакать. А ты? Возомнил, что пьеса уже не нравится твоей матери? И уже волнуешься. Успокойся! Твоя мать тебя обожает! Меня не любит. Конечно. Ей хочется жить. Носить светлые кофточки. А мне 25 лет. Я напоминаю ей об этом. Что она не молода. Вот когда я с ней, ей 43. А когда я без нее, то ей 35. Вот. А также она знает, что я не признаю театр. А она любит театр. Она... считает, что она служит великому искусству. Вот когда эти жрецы, великие таланты, собираются в своих трех стенах и делают вид, что они едят, пьют, носят свои пиджаки, когда хотят выудить из пошлых картин маленькую, удобно понятную, и преподносят мне в тысячах вариаций все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я, знаете, вот бегу как Мопассан, которая бежала от Эйфелевой башни, которая давила на мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Нельзя. Нужны новые формы. А если не новые формы, то тогда вообще ничего нет. Да люблю я свою мать. Люблю, ну знаешь, ну крепко люблю. Вот она носится с этим билетристом. Они часто треплют в газетах. Да по мне иногда даже говорит, что эгоизм простого смертного от того, что у меня мать известная актриса.
Ну, знаешь, собираются все эти писатели, актеры у нее в гостях. И среди них я. Ничто. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета, как говорится, по обстоятельствам, от реакции независящей. Ни денег, ни гроша, ни таланта. И вот сидят все эти актеры и смотрят на меня. И я четко видел, как они измеряли мое ничтожество. Я вот это видел и страдал от их унижения. Кстати, а что за человек ее билетрист, а? Ходит, все молчит. Не поймешь его. Ну, как тебе сказать? Ну, человек простой, знаешь, такой. И алкоголичный. 40 лет ему будет не скоро. Но уже сыт по горло знаменитостью. Ну, а что сказать про его писание? Ну, мило, талантливо, но после Толстого или Золя читать Григорий нельзя. А я, брат, люблю литературу. Я же в жизни страстно хотел двух вещей. Жениться и стать литератором. Но ни то, ни другое не вышло. Быть маленьким литератором. Быть приятным. Я слышу ее шаги. Даже звук шагов ее прекрасен. Волшебница. Мечта моя. Я не опоздала! Конечно, я не опоздала! Меня поставили, нет? Весь день я беспокоилась, мне было так страшно. Я боялась, что отец меня не пустит, но он уехал с мальчиком. Красное небо, уже начинает сходить луна. И я гнала лошадей, но я рада! А глазки-то... Глазки-то заплаканы, нехорошо. Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Отец не знает, что я здесь, надо слушать. Так и в самом деле, пора начинать. Нужно звать их. Я позову всех. Одну минуту. Я помню, как-то раз точно так же запел. И знакомый прокурор говорит, у вас, говорит, голос сильный. А потом подумал и добавил, но противный. Фух. Во Францию два гренадера. Отец с мальчиком не пускает меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрису. Мое сердце полно вами. Здесь никого нет. Что? Никого. А это какое дерево? Лес. Почему он такой темный? Уже вечер, все предметы начинают темнить. Нина, прошу вас, не уезжайте, останьтесь еще на один день. Нельзя. А хотите, я поеду за вами? Я буду всю ночь стоять у ваших окон и смотреть. Нельзя, вы станете сторож. Трезор еще не привык вам будет лаять. Ну, но я люблю вас. Кто? Кто здесь? Яков, это вы, да? Точно так. Луна восходит. Сера есть? Есть. Когда загорятся два красных огонька, нужно, чтобы пахло серой. Точно так. Хорошо. Нина, там все уже готово. Вы волнуетесь? Да, очень. Ваша мама еще ничего. Ее я не боюсь. Но у вас Григорин. Играть при нем мне стыдно и страшно. Все-таки известный писатель. Скажите, он молод? Ну да. Какие у него черные рассказы? Не знаю, не читал. А в шертезе трудно играть. В ней совсем нет живых лиц. Одна только чутка. Живые лица. Да нужно жизнь представлять не такую, какая она есть, и не такую, какая нам кажется.
А такая, какая она видится, мечта. Пашень, есть мало действия. А по-моему, если непременно должна быть любовь! Una mattina, son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato, e ho trovato l'invasore, ho partigiano. Становится сыро, вернитесь, наденьте калоши. А мне жарко. Это упрямство. Так, вы не переживайте себя. Вы же прекрасно понимаете, что вам вреден сырой воздух. Нет. Но вам хочется, чтобы я страдала, да? Мы нарочно вчера просидели весь вечер на террасе. Ты не говори, что молодость заговорила. Вы так мило беседовали с Еленой Николаевной. Вы не замечали холода? Знаете, она вам нравится. Мне 55 лет. Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились. Еще нравитесь женщинам. А, да чего же вам угодно. Перед актрисой на все готовы падать лицью. Я вону перед тобою. Что ж, если в обществе любят актеров больше, ежели купцов, то это нормально. Это идеализм. А то, что женщины всегда влюблялись в вас, вешались на шею, это тоже идеализм. И в отношении женщин ко мне было много хорошего. А припомните, лет 10-15 назад, я был единственным порядочным акушером во всей губернии. Меня любили. Главным образом за то, что я превосходный врач. И к тому же я всегда был честным человеком. Дракончик! Хайкур! В 1837 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! А вот позвольте, многоуважаемый, скажите, где теперь домик Чадин Павел Семенович? В Расплюеве был неподражаем лучше Садовского. Где он теперь? Вы все говорите о каких-то допотопках. Откуда я знаю? Пала сцена, Ирина Николаевна! Раньше что мы видели? Могучие дубы! А теперь вот одни пни! Что ж, действительно, талантливых дарований теперь мало. Зато средний актер подрос. Позвольте с вами не согласиться. Это, как говорится, дело вкуса. А в вкусах либо хорошо, либо ничего. Мой! Милый сын. Когда ж начало? Терпение, прошу минуту. Мой сын, ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кремах, в таких смертельных язвах. Нет, спасибо. Без преступления. Господа, мы начинаем. О вы, почтенные старые тени, что носитесь в эту пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет
через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Так пусть же нам покажут это ничего. Пусть. Разберу. Thank you.
нравится. Мой могучий противник – дьявол. И я вижу его страшные багровые глаза. Серый пахнет. Это так нужно? Мама. Да, это эффект. Мама. Он скучает без человека. Вы сняли шляпу? Наденьте, а то простудитесь. Да, доктор снял шляпу перед дьяволом. Отцом вечной потери. Занавес! Занавес! Что? Опускай занавес! Что ж ты сердишься? Пьеса закончена! Занавес! Занавес! Я виноват! Я упустил из виду, что пьесу писать и играть могут лишь немногие. Я нарушил монополию. Что с ним? Ирина, нельзя же так, матушка. Нельзя же так. С молодым самолюбием. Что же я ему сказала? Он сам говорил, что это шутка. Я относилась к его пьесе, как к шутке. Но все-таки... А теперь оказывается, что он сочинил великое произведение. Скажите, пожалуйста, устроил он этот спектакль? В конце концов, это становится скучно. Постоянные шпильки и вылазки против меня. Надоедь хоть кому! Капризный самолюбивый мальчик! Да он хотел заставить тебя удовольствием! Да? Почему же он тогда не выдумал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать весь этот декадентский бред. Вроде шутки, я готова слышать и бред. Но тут ведь претензия на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурный характер. Каждый пишет так, как хочет и так, как может. Пусть он пишет, как он хочет и как может. Только пусть оставит меня в покое. Юпитер, ты сердишься? Я не Юпитер. Я женщина. И мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит свое время. Я не хотела его убить. Никто не имеет оснований отделять дух от материи. Поскольку дух и есть совокупность материальных атомов. Вот написать бы пьесу и сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Ну трудно ему живется. Это справедливо. Восторг.
15 назад. Дали не роща расцветает. Музыка и пение слышались непрерывно почти каждую. Там соловей весну встречает. Помню, смех, шум, стрельба и все романы, романы. Не для меня. Там соловей весну встречает. Он теперь он очарователь. Будет петь не для меня. Не для меня. Начинает мучить совесть. За что же я обидела моего бедного мальчика? Ручьи. Ай, я непокойна. Сын! Костя! Я пойду поищу. Пожалуйста, милая. Ау! Константин Гаврилович! Ау! Ау! Очевидно, продолжение не будет. Не можно выйти? Здравствуйте. Браво! Сидеть на берегу и смотреть, как на воде качается поплавок. Знаете, я думаю, кто испытал радость творчества, для того другие наслаждения уже больше не существуют. О! Не говорите так, милая. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. Помню. В Москве. В оперном театре. Знаменитый Сильва. Взял в нижний дом. А тогда он на нашем ряду сидел, наш синодальный певчий, бас. И представьте наше удивление, когда с нашего-то ряду вот так вот браво си... Вот так вот браво, Сильва, на две октавы ниже. Зал так и ахнул. Тихий ангел пролетел. А мне пора, прощайте. А куда? А мне папа там ждет. Куда ты, кроме? Какое он право? Жаль вас отпускать. Останьтесь. Не могу, Петр Николаевич. Ну, останьтесь. Могу прощать. Хоть на час, ну что вы право? Ну, если бы вы знали, как мне тяжело уходить, не могу. Ой, вас проводил бы кто-нибудь. Матрешка! Прощайте. Несчастная девушка. Говорят, ее покойная мать завещала свое громадное состояние все до копейки своему мужу. А тот уже завещал все своей второй жене, и девочка осталась. Ни с кем. Это возмутительно. Да.
Да, ее папенька порядочная, таки скотина, надо отдать ему полную справедливость. Пойдемте-ка, господа, и мы. Сыро становится. У меня ноги ломит. Пойдем, пойдем. Пойдем, старик, сейчас. Илья Афанасьевич, а я слышу, собаки опять будут. Ну вы распорядитесь их отвязать, ну в какой-то веке. Нельзя, Петр Николаевич. У меня там кросы, а вдруг воры. Представьте себе, на две октавы ниже, а ведь простой синодальный певчий. А сколько зарабатывает синодальный певчий? О! Я ничего не понял или сошел с ума. Мне пьеса понравилась. Как эта юная девочка стояла и говорила про одиночество. А потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня руки задрожали. Свежо, наивно. Кажется, он идет. Хочется наговорить ему побольше приятно. Уже никого. Я здесь. А за мной Машенька бегает. Несносное это создание. Константин Гаврилович. Чрезвычайно понравилась ваша пьеса. Странная она какая-то, и конца я, правда, не дослушал, но что-то в ней есть. Вы талантливый человек, вам надо продолжать. Какой он нервный! Константин Гаврилович, я чего сказать-то хотел? Вы взяли сюжет из области отвлеченных детей, так и следовало. Ведь в каждом художественном произведении должна быть какая-то ясно выраженная цель. И правильно. И вот еще что. Как вы бледны, Константин Гаврилович. Только то прекрасно, что всерьез. Так вы говорите, продолжайте. Конечно, мой друг. Знаете, я прожил свою жизнь разнообразно, со вкусом. В общем, я доволен. А если бы мне хоть раз довелось испытать тот подъем духа, который бывает у художника, в момент творчества, я бы презирал всю свою физическую оболочку и уносился бы ввысь, туда, к звездам. Ты виноват, но я вас перебил. И вот еще что. Вы должны понимать, что в вашем творчестве должна быть главенствующая мысль. Друг мой, если вы пойдете по этой живописной дороге, ваш талант без мыслей, ваш талант просто-напросто вас погубит. Я перебью, но где Заречная? А, поехала домой? Я не понимаю. Ну, не успокойтесь, друг. Мне нужно ехать. Я поеду за ней. Мне срочно нужно ехать, ведь я поеду. Константин Гаврилович, идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна. Оставьте меня. Оставьте меня в покое. Друг, так нехорошо. А маме передайте, что я больше не приду. Константин Гаврилович, так... Доктор, спасибо вам большое. Я поеду, доктор, спасибо. Костя! Костя! Молодость. Молодость. Когда нечего больше сказать, только говорят молодость, молодость. Это гадко! Пора уже домой, там, кажется, играют. Постойте! Постойте! Мне нужно вам сказать. То есть, я хочу с вами поговорить. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки.
Так помогите же мне! Помогите, иначе я насмеюсь над своей жизнью. Я испорчу ее, помогите мне. Чем вам помочь? О, я страдаю. Никто не знает моих страданий. Я люблю Константина. Как все нервны. Как нервны. И сколько любви. Колдовское озеро. Чем я могу вам помочь? Чем я могу вам помочь? Ну чем? Чем? И разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах, а между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну, это положено французам. У нас же не так. У нас женщина избрала писателя, которого она хочет заполонить. Она уже сама по уши в него влюблена. Сделайте милость недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина. Да, у нас радость. Мы сегодня вместе в конце концов!
А у нас радость. Отец и мальчика уехали в клерк и оставили нас на 3 дня. Я так счастлива. Я теперь принадлежу вам. Она сегодня красивенькая. Да. Нарядная. Интересная. Но не будем сильно хвалить, а то сглазит. А где Борис Алексеевич? А он в купальне. Прибудет. Я не знаю. Ой. Мапасановая девочка. Но это неинтересно и неверно. Скажите лучше, что с моим сыном? Он в последние дни так скучен из урок, все дни проводит на озере, я его совсем не вижу. А у него нехорошо на душе. А прочтите что-нибудь из его пьесы. В 65 лет. В 60 лет жить хочется! А, ну принимайте валерьяновые капли. Сигару и выпили стопку водки. Это уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюсом еще кто-то. У вас расплывается ваше я, и вы говорите о себе в третьем лице. Он. А вам легко говорите. Вы пожили на своем вигваме. А я 28 лет прослужил в судебном ведомстве. И еще не жил. Ничего не испытывал, в конце концов! Вы с этой довольны человек. У вас есть склонность к философии. А я же хочу жить. И поэтому я пил за обедом херес и курю сигары. Лечиться в 65 лет и жаловаться, что в молодости мало наслаждались, это, извините, легкомыслие. Завтракать пора. Должно. Ногу отсюда. Сейчас пойдет и перед завтраком дверь ручки подпустит. Личного счастья не тупишь. Пустое ваше превосходительство. Ну, вы
понимаете? Что может быть скучнее вот этой вот милой деревенской скуки? Все сидят, никто ничего не делает, все философствуют. Приятно вас слушать, господа. Сидите себе в номере у хитерой. Лакей никого без доклада не пускает. Телефон на улице, жизнь кипит, извозчики и все! Сергеевич,
5 лет. Уже поздно менять что-то в этой жизни. Я понимаю. Вы не хотите брать меня к себе, потому что у вас много женщин, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно, я понимаю. Извините, надоело вам. Нет, ничего. Ну как там? Ирина Николаевна плачет. А у Петра Николаевича астма. Пойти и дать обоим валерьяновых капель. Извольте. Для семьи. Какие миленькие цветы. Дайте сюда эти цветы. Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще и по такому пустому поводу. И не странно ли это? Знаменитый писатель, любимец публики, он печатается во всех газетах, портреты его продаются на каждом углу, а он... Целыми днями будет рыбу и радуется, что поймал двух голубей. Я думала, известные люди горды, неприступны собой, а они... Вы здесь одни? Одна. Сегодня я имел подлость убить эту чайку. Кладу у ваших ног. Да что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да, я вас тоже перестал узнавать. После спектакля вы охладились ко мне. И мое присутствие стесняет вас. В последнее время вы стали раздражительны. Все время выражаетесь какими-то символами. И вот эта чайка, по-видимому, тоже символ. Но простите, я вас не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Это все началось после того, как глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха, и я все сжег. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение, оно меня убивает. Будто бы я сплю и вижу, что вот это озеро, оно высохло. И утекло в землю. Понимаете, вы говорите, что не понимаете, но что тут понимать? Все же понятно, моя пьеса провалилась. И вы меня считаете таким же заурядным, как и все. Как я это понимаю? Как же я это понимаю? У меня в голове точно бы гвоздь сидит, будь он проклят вместе с моим самолюбием. Сидит и сосет кровь, как змея. Да вот идет истинный талант. Наступает, как Гамлет. Слова, слова, слова. Это солнце еще не успело подойти к вам, но вы уже улыбаетесь. И оставили в его лучах. Не буду мешать вам. Нюхает табак.
Шон пьет водку и ее любит учитель. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы уезжаем. Едва ли мы с вами еще увидимся. А жаль, не часто встретишь молодую девушку. Молодую, интересную такую, какой. Я уже совсем забыл, каково чувствовать себя в 18-19 лет. Оттого в моих повестях молодые девушки фальшивы. Вот бы мне хоть на часок оказаться на вашем месте. Узнать, что вы чувствуете, и вообще, что вы за штучка. А мне бы хотелось хоть раз побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя талантливый писатель. Как вы чувствуете, что вы известны? Как ощущается известность? Я об этом не думал. Как? Должно быть, никак. Либо вы преувеличиваете мою известность, либо она вовсе никак не ощущается. А если читаете про себя в газетах? Когда хвалят, приятно, когда бронят, потом два дня чувствуешь себя еще не в духе. Чудный мир. А как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скудное, незаметное существование. Все похожи друг на друга, все несчастны. А вам, да вы один из миллиона, на вашу долю выпала жизнь. Полное значение, открытие и возможности, да вы счастливы. Вот вы все говорите о каком-то счастье, о какой-то светлой жизни. А для меня это, извините, все равно, что мармелад, который я никогда не ем. Ваша жизнь прекрасна. Да что же в ней прекрасного? Извините. Мне некогда, мне нужно идти писать. Вы наступили на мою самую любимую мозоль. Ну что ж, давайте говорить о моей прекрасной светлой жизни. Ну, с чего начнем? Бывают такие насильственные представления, скажем, о Луне. Человек день и ночь думает все об этой Луне. Вот и у меня есть такая своя Луна. Я день и ночь думаю о том, что я должен писать, должен писать, должен, 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 должен. Только закончил. Тут же начинает писать второй. После второй почему-то сразу же идет третья, после третьей четвертая. Ну, работаю как на перекладных, без устали. А иначе по-другому не могу. Ну что ж, прекрасного, я вас спрашиваю, а? Ну, что за дикая жизнь? Вот сейчас мы говорим с вами, я каждую секунду думаю о том, что меня ждет неоконченная повесть. Ну вот, 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 вижу облако, похоже на рояль. Обязательно записываю, нужно будет где-то упомянуть. Облако, похожее на рояль. Запах гелиотропа. Вдоль цвет. Обязательно упомянуть при описании летнего вечера. Я разговариваю сейчас с вами и ловлю вас и себя на каждом слове, каждой фразе. И все это укладываю в свою кладовую. Авось пригодится, а?
когда закончу, то иду или в театр, или на рыбалку. Вот тут-то бы отдохнуть. А нет, в голове уже начинает воротиться тяжелый чугунный дробь. Но уж уже или бебе рассказа, и уже тянет к столу, и нужно писать, 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 писать. Я словно рву и собираю прицу со своих лучших цветов и отдаю ее в пространство. А сам рву эти самые цветы и топчу их корни. Ну разве я не сумасшедший, а? Ну, разве мои знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Здравствуйте, чем порадуете? Здравствуйте, что болит свой день? Здравствуйте, что новенького? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Мне иногда кажется, что все эти похвалы, слава, успех — это все обман. И рано или поздно ко мне подкрадутся сзади и схватят меня и утащат, как поприщина, в сумасшедший дом. А в юности, когда я только начинал свою писательскую карьеру, это было сплошным мучением. Маленький писатель, молодой, он неказистый, нервы у него напряжены, он все время чувствует себя неловко, лишним. Незамечаемый, никем не признанный. Я болел за своего читателя. Читатель казался мне негативно настроенным. Блондины мне казались холодными, а брюнеты враждебно настроенным к моему творчеству. Кошмар. Кошмар, сплошное мучение. А позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких счастливых минут? Да, когда пишу, приятно. Лектуру читать приятно. Но только вышла печать, так я уже сразу же вижу. Ошибка! Не то, так не следовало, все нужно переделать. Это публика читает. Мило, талантливо, но хуже, чем Толстой. Мне кажется, когда меня похоронят, то мои знакомые будут проходить к нему могилы и говорить: здесь лежит Треборин, хороший был писатель. Но Тургенев лучше. Простите, но я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Я не люблю себя, как писателя. Я люблю это небо, деревья, воду. Люблю природу, но я ведь не только пейзажист. Я люблю родину. Как писатель я чувствую, что я должен писать о народе, должен писать о его страдании, должен писать о будущем, о науке и прочее, 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 прочее. И меня гонят вперед, подгоняют со всех сторон. Я как лисица, загнанная псами в угол. Я как этот мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов я понимаю, что я могу писать только пейзажи. А в остальном все я фальшив. До мозга костей. Да вы заработались. У вас просто нет времени осознать свое значение. Ну пусть вы недовольны собой, но для других вы велики. Если бы я была таким талантливым писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь и сознавала бы, что счастье мое только в том, чтобы оно возвышалось до меня.
и она возила бы меня на крестец. Ну, а гоневно мне, что ли? Ну, за такое счастье! Как быть писательницей или артисткой? Я пережила бы непринятие близких, нужду, голод, страдала бы от недовольства собой, ела бы ржаной хлеб и жила бы под одной крышей. Ну уж точно потребовала бы славы, настоящей шумной славы. Борис Алексеевич! Меня зовут. Нужно идти. Хорошо тут у вас. Это что? Чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Ну и право, не хочется уезжать. А что вы пишете? Да так, мелькнул сюжет. История для небольшого рассказа. Жила на берегу озера молодая девушка, такая вот как ты. Она жила как чайка и была счастлива как чайка, но вдруг пришел человек и от нечего делать погубил ее. Как вот это вот чай. Борис Алексеевич, где вы? Ну что, иду! А видите на том берегу дома сад? Да. Это усадьба моей покойной матери, я там родилась. Я прожила там всю свою жизнь и знаю каждый островок. Мне нужно идти. Хорошо у вас. Борис Алексеевич! Иду! Мы остаемся! Сон.
Любить безнадежно, целый год все ждать чего-то. А так выйду замуж, и будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старое. Ну и знаете ли, все-таки перемена. А не выпить ли нам еще пару? Немного не будет. А вы не смотрите на меня так. Женщины, они пьют гораздо чаще мужчин. Но меньшинство пьет в открытую капляху. А большинство пьет в тайне, и все больше коньяк не будет. Ну, желаю вам. Быть человек просто жалко с вами расставаться. Да, мне самому не хочется уезжать. Так вы бы попросили, чтобы она осталась? Не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То высылал, говорят, собирается вызвать меня на дуэль. Толпичится про новые, старые формы. Какая разница? Зачем толкаться? Хватит места всем. И новым, и старым. Спасибо вам за ваше расположение доброе. Пришлите мне свои книжки, обязательно с автографом. Но только не пишите там «многоуважаемый», а так «Марья», родства не помнящий, неизвестно для чего живущий на этом свете. Прощайте. Я буду о вас вспоминать. Помните, как тогда мы сидели на лавочке? Вы были в платье, и там еще была какая-то чайка. 2 недели назад. Помните, я буду о вас вспоминать. Какая чайка? Больше нам говорить нельзя. Сюда идут. Пожалуйста, дайте мне 2 минуты перед уездом. Умоляю вас. Thank you.
Стараси-ка, старик, дома тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям. А это кто сейчас вышел? Нина! Да! Ну, мы помешали. Кажется, все уже замучилось. А в моем доме есть мои книги? Удочки тоже прикажете складывать? Да, удочки положите, а книги можете раздать. Да, брата было. Карла Петруша, остался бы дома. Вы уезжаете. Мне без вас будет тяжело. А в городе что же? Да особенно ничего. Закладка земского дома и все такое. Да и хочется хоть на час отринуть от этой пескаринной жизни. Задержался я, как мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу. Вместе и выйдем. Ну, живи тут. Не скучай, не простуживайся, наблюдай за сыном, береги его. Вот уеду и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, что главной причиной была ревность, и чем раньше ее везут сюда Тригорь на Тихоже. Ну, как тебе сказать? Причина не только в этом. Ну, понятная вещь. Человек еще молодой. Сидит в деревне в глуши без денег, без средств, без занятий. К тому же он боится стыдиться своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, он ко мне приразум. Но все-таки он чувствует себя здесь лишним. Думает, что он на хлебник приживал. Да понятная вещь, самолюбие. Ой, горе мне с ним. Вступить бы ему на службу, что ли? Мне кажется, было бы лучше всего, если бы ты дала ему немного денег. Ну, в первую очередь ему нужно купить новый костюм. Ну, в одном и том же сюртуче, что он ходит уже третий год без пальто. Да и давно бы мама не помешала. Ну, за границу бы ему что ли, ну это ж недорого стоит! Ради на гостин я еще могу. Надо за границу. Нет. В настоящее время я на костюм не могу. Нет у меня денег. Нет. Прости, прости, ты не добрая, милая женщина. Нет. Да были бы у меня деньги, но я бы сам дал. Но у меня же нету ни гроша, ни пятачка. Все забирает управляющий и тратит на пчеловодство, скотоводство. А деньги на все пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. И лошадей мне никогда не дойдут. Да! Спокойно целый год прошу в городе. Нет у меня денег! Я актриса, а не банкирша! Мама, перемени мне повязку.
тебе это хорошо получается. Да, доктор. Опоздал? Да. Обещал быть к 10 уже полдень. Челмир. Вчера один приезжий спрашивал у меня на кухне, какой ты национальности. У тебя почти совсем все зажило. Остались самые пустяки. Чик-чик. Нет, мама, то была минута безумного отчаяния. Такого больше не повторится. Знаешь, мама, помнишь, вот когда ты работала на казенной сцене, тогда еще, тогда еще побили жилицу прачку, помнишь? Ты еще ходила к ней, ухаживала за ней, помнишь? Ты еще ухаживал за ее детьми, мыла их в корыте, помнишь? Я это помню. Богомольные они такие были, помнишь? Мам, знаешь, я тебя в такие моменты люблю больше всего на свете. Прям как в детстве. Но только зачем ты носишься с этим балетристом? Это благороднейшая личность, Константин. Ты не понимаешь. Благороднейшая личность. Но когда же я его вызвал на дуэль благородства, помешала ему сыграть труса. Ты вздор. Я сама прошу его уехать отсюда. Благородная личность. Вот мы с тобой сейчас ссоримся. А он где-нибудь сидит, развивает Нину. Говорит о том, какой он гений. А для тебя наслаждение говорить мне неприятности. А я уважаю этого человека и прошу не выражаться при мне о нем дурно. Я не могу лгать. От его произведения мне претит. Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями. Ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Настоящие таланты? Да я талантливее во всех, коль на то пошло. Вы, рутинеры, захватили первенцев в театрах. Душите все. Не признаете ничего, кроме самих себя. Я не ненавижу ни тебя, ни его. Декадент! Отправляйся в свой миленький театр и играй там бездарных пьесах. Я никогда не играла в таких пьесах, оставь меня. Ты, жалко, вот имели написать не в состоянии, и таким с кем еще нет, ты проживал в упорную ничтожество. Не надо плакать. Прости свою грешную мать. Мама, если бы ты знала, я все потерял, все. Она меня больше не любит. Я не могу писать, у меня пропали все надежды. Не отчаивайся. Я увезу его, и она опять тебя полюбит. Будет. Видишь, мы уже помирились. Помирись с ним. И не надо, Дуэль. Ведь не надо. Хорошо, мам. Хорошо, мам. Я пойду. Вот я пойду. А доктор потом переменит повязку. Когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми. Скоро лошадей подадут.
тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. У тебя, я надеюсь, все уже уложено? Да, да, да. Отчего в этом призыве чистой души мне послышалась печаль, и сердце мое так болезненно сжалось? Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Останемся еще на один день. Останемся. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имею над собой власть. Ты немного опьянела, трезвись. Ну, будьте ты трезва, будь умна, рассудительна. Отнесись к этому всему, как настоящий друг. Я знаю, ты способна на жертвы. Будь моим другом. Ты так увлечен? Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне нужно. Любовь провинциальной девочки. Ой, как мало ты себя знаешь, Борис. Люди иногда спят на ходу. Вот мы сейчас с тобой говорим, а я как будто сплю на ходу и вижу ее перед собой. Дивные мечты. Отпусти. Любовь юная, прелестная, уносящая в мир грез, только она может дать счастье. Я был молодой, обервал пороги редакции, боролся с нуждой. Так зачем же теперь бежать от нее, когда вот она? А я обыкновенная женщина! И со мной нельзя так говорить, Борис. Ты сошел с ума. Пускай. Вы все сговорились сегодня мучить. Понимает, не хочет понять. О, неужели? И уже я так стара и безобразна, что со мной можно, не стесняясь, говорить о других женщинах. Сюда могут войти. Пусть. Пусть я не стыжусь, мою любить. Ты мое сокровище, отчаянная голова. Ты хочешь безумствовать? А я не хочу. Я не пущу. Не пущу. Ты мой. Ты весь мой. И эти глаза мои, этот лоб мой. И эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Да? Понимаешь? А, ты такой умный. Такой талант. Ты лучший. Из всех теперешних писателей. Ты последняя надежда России. У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора. О, ты способен одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа. Люди у тебя как живые. О, тебе нельзя! Нельзя читать без восторга! Своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Как девушки в меня влюбляются. Теперь умной. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уже сейчас ты поедешь, потом через неделю. Нет. Смотри, куда тебе спешу. Теперь поедем вместе. Как хочешь, вместе так вместе. Ну, снова вагоны, отбивные котлеты. Ресторан.
разговоры. С прискорбием сообщаю, лошади поданы. Пора ехать, народ, уважаемая. Поезд отходит от станции в 2,5 минут. Также позвольте поинтересоваться, где сейчас Суздальцев, жив ли, здоров ли, пивали когда-то? О, помню, в ограбленной почте играл неподражаемо. Не торопитесь, еще 5 минут можно, многоуважаемая. Помнится, там была сцена, где они играли заговорщиков. Вот когда их накрыли, один из них должен был сказать: «Мы попали в западню». А он говорит: «Мы попали в западню». Западню. Вот вам слив на дорогу. Очень сладкий. Может, захотите полакомиться? И вы очень добры, Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая. Если что было не так, все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно. Время наше уходит. Сестра, пора. Лошадей уж подали, как бы не опоздать. Ты как уж, а я сажусь. Я на станцию пойду пешком. Провожай. Я скоро. До свидания, дорогие мои. Не забывайте меня. Будем живы-здоровы. Летом опять увидимся. Не поминайте лихом. Вот вам рубль. Покорнейше благодарим, барыня. Даст Бог доброй дороги. Еще свидимся. Письмецом вы осчастливили. Прощайте. А где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Нужно проститься. Не забывайте меня. Я дала повару рубль на троих. Я забыл трость. Кажется, на террасе. Привет, Витя!